Разбег. Удар! Тянет! Тянет Егор Хаткевич! Алексей наносит удар. Разбег! Удар! И 4-5! Считаю, очень здоровский матч получился по эмоциям, по накалу страстей. Это всего лишь 1/16 финала, казалось бы. Но болельщиков пришло достаточно для города Пинска. Считаю, пришло очень много болельщиков. И здорово, то, что прошли дальше в 1/8. Наша задача – это в первом тайме мы должны закрывать игру. С такими соперниками мы все-таки претендуем на победу, в принципе, в кубке. А это всего лишь на 16-й стадии, должны спокойно разбираться на таких этапах. Но получилось немножко сложнее, но, мне кажется, получилось очень интересно. Ну, а сейчас готовимся к Бресту, и уже через 2 дня следующий матч, и там надо побеждать уже в чемпионате. Хороший момент, удар пяткой, 1-1! Вот это гол на 63-й минуте, шик! Да класс! Нет слов! Супер! Ты, считаю, очень эффектный. И я смотрел, как забивали так и Левандовский несколько раз, и другие нападающие. Да я работаю для этого. И... То есть гол получился очень классным, и как другие отмечали, и мне так кажется. Поэтому... В каком настроении подходите к «Динамо» Бресту? Команда все-таки тоже непростая, хоть начали они, наверное, не так, как планировали, и идут по результату тоже, но тем не менее... Я считаю, в чемпионате сейчас, в принципе, простых команд нет. Любой матч, хоть с аутсайдером по таблице, хоть с тем же Батэ, Шахтером, который борется за кубок, тоже за первое место, все матчи будут сложные. То есть готовимся, боевой настрой, должны побеждать. Тем более, что в последнем матче у нас случилась осечка неприятная, поэтому должны реабилитироваться. Чем может быть опасен Брест, вот по твоему мнению, на что, может быть, надо вот больше обратить внимание, чтобы не получилось осечки, как ты сказал, как со Слуцком? Реализация, опять же, много кто про это говорит, но футбол такая игра, ты забиваешь, значит, выигрываешь, не забиваешь, забивает тебе, ты проигрываешь. Поэтому и всегда будут моменты, их нужно реализовать, и ты выйдешь победителем. Хорошо, что создаем моменты, плохо, что их не реализовываем. Даже если разобрать игру, на первых минутах создали 2-3 момента, которые должны были реализовывать и спокойно играть дальше. Ребята, то, что они показывали, то есть, что касается самоотдачи, то есть тут не было никому вопросов. Да, были какие-то, может быть, технические, тактические ошибки, над которыми надо работать. Может быть, вот в этом плане, да, где-то какие-то были, может быть. Но опять же, мы должны не забывать, что многие ребята не имели игрового тонуса, потому что не играли, может быть, так часто, как они хотели. Но, в принципе, если сказать в общем, то есть к ним как бы претензий вообще нет. То есть некоторые даже хорошо удивили в этом плане. Но все прекрасно понимают, что это кубковый матч. Если посмотреть... Да, высшая лига вся прошла, не было никаких сюрпризов, но если брать какие-то обзоры, то, что я смотрел, не было легко всегда. Первая лига, там вторая лига. Очень, очень серьезно дают бой любой команде. Что еще понравилось, что в Пинске пришел народ, то есть видно, команда неплохая у них, как бы стремятся, наверное, задачу ставить, это выход в высшую лигу. Народ любит футбол, ну, в такой атмосфере. Единственное, что, наверное, хотелось бы, если бы это было еще натуральное поле, было бы вообще, то есть, как бы получился бы, наверное, футбольный вечер для болельщиков. Я думаю, это вообще эмоции, когда забиваются голы, пенальти, все. Для, конечно, для тренерского штаба, для нас это, конечно, очень большие переживания, что для нас, что для соперника. Следующий матч у нас против Бреста. Динамовское дерби всегда тоже игра такая непростая и по эмоциям, и по атмосфере. Как команда готовится, если в нескольких словах можно? Ну, в нескольких словах тут как готовиться как такого нет. Очень маленький промежуток времени. Мы сыграли в среду и пока добрались, поздно очень. Ну, готовимся, у нас есть 2 дня. Разобрали соперника. Но в любом случае, Брест, это, вы же сами понимаете, футбольный город, где любят футбол, придут болельщики, я так думаю. Я думаю, и наши ребята любят играть в такой атмосфере, когда приходят, болеют, больше эмоций появляется. Сами понимаете, у Бреста тоже как бы безвыходная ситуация, им надо набирать очки. Я думаю, что будет очень интересная игра в том плане, что Брест будет оказывать сопротивление. Но в свою очередь мы готовимся, разбираем какие-то моменты. Естественно, у нас задача это побеждать.